Буквально сегодня проснулся и узнал. Мне одобрили грин-карту. Все. Через две недели она должна прийти мне по почте. Но ну, все получается, я смогу выезжать за пределы Америки. Я теперь наполовину гражданин Америки. Все, поздравьте меня. Еще 2-3 года я смогу паспорт получить. Американский. Наконец-то, да. Ура, блядь. Все. Дождались. Шо, ватники ебаные. Выкусили политубежище, долбоебы. К слову, кстати, о политубежище. Вот вам доказательство, блядь, что мне в итоге не политубежище было. А если было бы оно, я бы еще несколько лет ждал. Грин-карту. Хуесосы, блядь, ватные. Вот так вот, ребят, такие вот новости хорошие. Это что означает? Означает, что в этом году, возможно, вот летом, мы наконец-то сможем увидеться с Илюхой, с Братишкиным, с другими товарищами. Ну, где-нибудь, не знаю, где-нибудь в Дубае там или еще какой-то стране. Мне кажется, это достаточно охуенная новость, да? Ебал, фломастеры представили. Через две недели должна прийти. Ну, я надеюсь, все нормально будет. Просто у меня тут как бы есть приложение, да, в котором я могу смотреть, ух, что там с кейсом моим происходит. И вот сегодня я захожу, обновляю, и мне пишет «Кейс опрувит». И я такой «Ебать». 20 апреля 2023 года мы одобрили вашу форму Такую-то форму заявления на регистрацию постоянного места жительства. И отправили там уведомление. Вот такая вот хуйня. А натур... натурализация... А Что натурализация? Ну, у меня есть три года, чтобы выучить английский нормально. И, соответственно, там надо будет сдавать экзамен на гражданство. Но там полная хуйня, типа там легко. Там 100 вопросов надо выучить э, по истории американской. И все. Ну, типа, за три года можно легко это все выучить. Я причем уже пробовал отвечать на вопросы, а там, типа, легкие вопросы. А! О, вот, поэтому у меня есть три года, чтобы выучить английский нормально. И выучить сто вопросов. <coughs> и все. Вот, кстати, грин карта у меня сейчас появится. Получается, я теперь могу реально, ну, как бы... Если получится решить этот вопрос, приехать в Украину. Тебя не пустят? Спасибо. Есть сайт, называется Visit Ukraine. Visit Короче, на самом деле можно, даже будучи русским, виз Ukraine Today. Вот, можно оформить визу мне как россиянину, но при условии, то я должен буду пройти дополнительную проверку от СБУ на границе. То есть, ну как бы да, мне могут одобрить. Нет. Я прилечу, а там меня могут выебать немного, скажем так. Вот. Но я, я готов, как бы, мне чего скрывать, мне нечего скрывать, как бы. Поэтому, может быть, может быть. Обещать не могу. О, ну может быть, да, поэтому как бы я хз. А если у тебя грин-карта есть, то ты в другие страны будешь по русскому или американскому загранпаспорту ездить и визы тоже как американец получать. Нет. А... Я буду и дальше ездить в другие страны по своему Дайте. заграничному российскому паспорту. Грин-карта, скажем так, она с грин-картой... Грин-карта это, это резидентство. Я резидент. Раку, я не гражданин пока что Вот, поэтому по грин-карте вы, вылетать за пределы, скажем так, Соединенных Штатов Можно, но только в определенные страны, где это разрешено То есть, например, Бентя! с грин-карты я могу теперь в Канаду попасть Привет. Да не президент, а резидент, Ёб твою мать В Россию я не собираюсь ехать, естественно Я чё, блядь, по-твоему, какой-то, блядь, я не Бентя! знаю Самоубийца? Осуждаю